Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодняшняя моя пациентка Оксана. 43 года. Планируется комплексная пластическая операция в объеме. Липосакция шеи подбородка. Круговая подтяжка лица со смазоплатизмопластикой. Видим достаточно хорошие изменения для этого возраста. Деформирование овал лица. Мушки ушных раковин. Они растянулись достаточно хорошо. Жировые отложения. Это все будет подтягиваться. Видим мешок под нижним веком, это грыжи, это тоже будем удалять. Видим, очень хорошо заметно мочка ушных раковин слева, видите, как они растянулись. Это все будет подкорректировано, также липосакция, подтяжка, вот такие замечательные избытки, это все будет устранено. А ботокс кого? Только ботокс и все. О, замечательно, значит, сегодня мы будем отдыхать. Просто будем кайфовать. Она будет хорошо отслаиваться и не кровить. Ну что, пожелаем нам удачи. У нас процесс разметки и скоро начнем. Здравствуйте, дорогие подписчики. Моя пациентка Оксана. Сегодня у нас уже юбилей. Целая неделя после липосакции шеи подбородка, круговой подтяжки лица со смазоплатизмопластикой. Хорошее сохранное лицо. Красивая женщина с красивым результатом. Вот как у нас проходят разрезы. Здесь швы сняли, заклеили. Максимально подтянуто. Это кадык. Видите? К сожалению, здесь низкое стояние подъязычной костей. Кожа подтянута, но при этом 90 градуса нету. Незначительные синяки. Как на лице, так на шее, это область отслойки. Такая же картина у нас с этой стороны, фактически симметричная работа. А реабилитация проходит отлично. Первые три дня были болезненные ощущения. Была боль в районе шеи, это от давящей повязки. После того, как мы ее сняли, перешли на эластичный бинт, боль уже прошла. Поэтому вот с четвертого дня вообще прям все достаточно. Сейчас все окей. Да, все хорошо. Что напоминает вас о операции? Какой момент? Ну, есть небольшое чувство стянутости, если говорить про ощущения. Ну и, собственно, все, наверное. Оксан, желаю терпения. Спасибо. Самое сложное позади. Еще за эти несколько дней берегите себя. Через 5-6 дней, давайте лучше понедельник, я знаю, вы спешите. Снимем швы и вас отпустим. Договорились? Спасибо. Всем пока.